Сегодня у нас очень здоровский комплект, друзья. Он будет популярен 100% в любой точке России, мира. А здесь сочетание немного сэкономили, немного подешевле, попроще, поинтереснее. Но интереса здесь много, мы его еще прослушаем. У нас в этом комплекте идет 20-й динамик, две пары 16-х динамиков, классные новые малыши кибальчиши рупора и усилитель Pride Quattro, комплект проводов и 2 Y. Как мы все коммутируем? С усилителя мы берем два канала 20-й динамики по канально. Ребята, привет всем, Уральскую пятерочку. Вы находитесь в магазине Автокаста. Я вас приветствую, дорогие друзья. Комплекты снимаю для вас. Какие-то комплекты вы цените, какие-то не цените, не зацениваете. Но все комплекты рабочие, все схемы имеют место быть. И ребята у нас, поверьте мне, вот кто только к нам присоединился и смотрит, все их приобретают и ставят. Иногда мы маленько их подделываем, дорабатываем, но получается действительно бодро-здраво. И сегодня у нас очень здоровский комплект, друзья. Он будет популярен 100% в любой точке России, мира. Этот комплект называется Южный Урал. Данный комплект бы поставил себе, и обычно я стараюсь собирать комплекты, то, что я бы, в принципе-то, гипотетически установил себе, если бы у меня не было музыки, я бы себе собрал, да. Комплект Южный Урал, ребят. Здесь сочетание немного сэкономили, немного подешевле, попроще, поинтереснее, но интереса здесь много. Мы его еще прослушаем в стенде, этот комплект. Я установлю, я вам покажу, с телефона музычку повключаю, думаю, вам понравится. Тут смотрите, какая ситуация, сейчас сразу будем делать акценты определенные. То есть данный комплект у нас собран следующим образом, следующая компоновка. Вот смотрите, это наши дверные карты, ваши дверные карты. И мы делаем здесь вот такие вот подиумы. Сразу скажу, что комплект будет со скидкой и подиумы на любой автомобиль. Тут есть два варианта. То есть первый вариант, если у нас есть обшивки, мы сделаем подиумы под ваш автомобиль и отправим вам комплект в любую точку России, да, соответственно, а если у нас нет обшивок, вам нужно будет их прислать, мы на них сделаем подиум, закрепим и также с комплектом отправим. Это не проблема. Единственное, что если очень редкий автомобиль, то придется отправить обшивки. Вот и все. Поехали. Рассказываю ребятам придуманную компоновку. У нас в этом комплекте идет 20-й динамик, две пары 16-х динамиков, классные новые малыши кибальчиши рупора, шикарный звук, вообще шикарный, насколько четкий. Мы их попробуем подключить так, как нам интересно, через кондер. И усилитель Pride Quattro. Комплект проводов. Именно взяли комплект проводов для двухканального усилителя и 2 Y. В данном комплекте мы еще добавим немного акустического кабеля. Все остальное у нас здесь будет просто полностью, в принципе, идеально. Это фронт. Ребята, нам достаточно магнитолы с одной парой линейных выходов и все. Если нет, есть штатная магнитола, проконсультируем, добавим преобразователь. Но давайте сейчас об этом не будем. Что у нас здесь идет? Две пары Ruby Air 16-х динамиков. Одна пара Ruby Air 20-х. Мы их в нашей системе при помощи усилителя сможем сделать немного ниже, чтобы сделать сцену красивее. 20-й будет играть от 100 Герц, он может работать от сотки, а 16 динамики будут от 125 или от 160, то есть немножечко вот эту границу мы сделаем громкость и сделаем немного низ и красивую сцену. И вот эти вот рупорочки, вот эти великолепные маленькие рупора, да, в нашем подиуме будут смотреться просто замечательно и добавят нам цокающего приятного вокала, это 100%. Вот. Усилитель, смотрите, сразу расскажу, будут у вас комменты по-любому, экспертов же много, то есть мы в принципе все эксперты, то есть просто есть эксперты, которые пишут мнение свое от обезличенной странички в YouTube, вот есть эксперты, которые звонят на телефон и говорят, ребят, видел комплект, собрали, считаю, что надо сделать по-другому, я эксперт, я, ну такого не бывает, звонков мы не наблюдаем, да, и соответственно есть эксперты, которые пробуют на своем опыте, говорят, ребята, я собирал 20 систем своей тачки. Вот данный комплект нормальный, но можно доработать. Вот это я считаю крутой эксперт, который делает комментарий с учетом своего опыта и рассказывает, как можно маленечко было лучше сделать. Смотрите, погнали, как мы все коммутируем. То есть один усилок, провода 8 га, плюс 5 метров, минус метр.
от аккумулятора из кузова мы возьмем здесь один межблочник сапфир. Можно в комплект, если захотеть, добавить еще по вашим просьбам более экранированный межблок. Какой-то Pride Diamond или какой-нибудь еще. И у нас есть два Y, а так как в усилителе Pride Quattro нету кнопочки синхронизации, то нам нужно использовать Y, чтобы все 4 канала задействовать, чтобы на выходе был сигнал. С усилителя мы берем два канала 20-й динамики поканально. У него 75 ватт мощности в 4 Ома, у динамиков 150, но, ребят, будут работать. То есть тут комплект такой, чтобы и по цене сильно не кусалось. Захотите, можно в комплект добавить Quattro XL, назовем его там Северный Урал, сделаем комплект, да? А это Южный Урал, тот комплект, который будет играть, динамики не будут напрягаться, будут работать максимально интересно, вам понравится. И динамики Ruby Air, мы сделаем их параллельно. Вот у нас одна дверь, смотрите, 20-й, 2 16-ка и рупор. Это вот у нас компоновка одной двери и, соответственно, здесь другой. Мы их делаем параллельно, плюс плюсом, минус минусом. И от этого плюса минуса берем на канал усилителя. Получится, что усилок будет работать в нагрузку 2 Ома. Ватт по 100 на 2 динамика будет лететь, ватт по 50 будет лететь. У них 100 номинал, ватт по 50 им дадим. Играть будут, насыщенно, интересно, ничего с ними не произойдет. Вот. И, соответственно, вот эти пищалки, в данной связке подразумевается использование данного конденсатора и подключение пищалок от магнитола. От магнитола они будут играть зачетно-добротно. Здесь в комплекте у нас еще необходимо будет докупить кабель, который вот идет, вот в этом комплекте идет кабель у нас 2 на 0,75. Мы его пустим тоже на динамике, будем экспериментировать, пробовать. Кабель не сильно толстый, но медный. И возьмем кабель 2 на 1,5, там 1000 рублей будет стоить на 20-хе. Тут можно все зафиксировать, добавить. Я сейчас тут пишу. И у нас, смотрите, какая ситуация. Я комплект посчитал, у нас получился комплект с проводами, с игреками, все вместе 25 400 рублей. И при этом, ребят, тут очень важный бонус, подиумы будут за 2000 рублей на любой автомобиль. Они обычно стоят в районе 5-4,5. Подиумы в данном комплекте, 16-чик, 16-чик, 20-чик и рупор, будут стоить 2000 рублей. То есть мы добавляем 25 400 2000 и добавляем 1000 на провода. Рупора, я думаю, нам хватит, там в комплекте проводов немного, мы их закоммутируем, этого будет достаточно. Получается у нас общая стоимость 28 400 рублей. Ну и мы зачеркнем и сделаем 28, да? То есть комплект Южный Урал по цене в районе 33, я думаю, тысяч рублей, если все отдельно покупать, за 28 тысяч рублей. Единственный нюанс, у динамиков нет сеток, тут уже по вашему желанию. Можете использовать их с этим защитным кольцом, можно прикупить к ним сетки. К этим динамикам, вот к этим Ruby Air, подходят сетки, гаскет надо взять от сеток отдельно и сделать сетки. По сеткам 500 рублей пара 16-х, на эти уйдет 1000, на эти уйдет 700 рублей, 1700 рублей, можно добавить сетки. Но это по желанию, без них можно тоже эксплуатировать, если вы аккуратный человек, вот эти прижимные кольца, все декоративно, красиво будет, саморезики мы подарим. Ну что, друзья, харе, как говорится, болтать, погнали слушать. Давайте, к прослушке комплекта Южный Урал. Все, ребят, давайте, я подключился с Bluetooth, сейчас покажу. То есть вот у нас стоят здесь Ruby Air 20, Ruby Air 16 и вот эти классные рупорочки. Мы сейчас их будем слушать. Ну все вместе я сделаю от 100 сразу. Смотрите, то есть тут мы одинаково порезали их от 100 до 5000. Я сделал пищалки от 5000, вот эти маленькие малыши. Давайте их отдельно попробуем послушать. Видите, эти вот
не одимовые, а эти вот с этим диффузором, более чистый такой, четкий направленный звук. Цена вопроса 400 у них отдельно, если. Но сделаны они вообще прям пушка. Давай сейчас еще разок. Перемотаю на самый дальний. Давайте. Трансформируюсь на сцене по Bumblebee beat. Это желтый шепет. Ну, постарался разных вам повключать. И смысл тот, что играет чисто. Достаточно громко. Вот. Усилитель у нас здесь стоит 4 по 80, то есть аудио новое. Ну, вот ватт 60, 70 он всегда на них дает. Вот как и в принципе наш усилитель, который идет в комплекте Южный Урал. Вот пищалочка достойная, выглядит классно, звучание здоровское. Ну, у всех свой слух, ребят, ну, то есть, но мы стараемся собирать комплекты, которые бы мы поставили себе и которые мы ставим нашим ребятам. И в принципе, все, что мы делаем, мы стараемся делать так, чтобы действительно вам понравилось. Поэтому вот микрофон. Он здесь, да? Камера там. Вот, снимали с одного ракурса, звук был с одного ракурса. Такие достойные динамики, поэтому ждите комплект Северный Урал, а потом Приполярный Урал, да, там еще какой есть Урал еще, и Южный, и так далее. Комплект Южный Урал в магазине Автокаста можете заказать на сайте, можете приехать, прослушать его здесь, делайте, как вам больше нравится, ловите бодрячка и позитив уральскую пятерочку. Пока-пока.